как чужие речи летели в плечи, шинковали мечами сердце, как хотелось к ним относиться легче и надежнее от них беречься, как пространство и время сходились в точке, равновесие нарушая, как скакало эго на каждой кочке с их речами нектар вкушая. Ты бездарен, безграмотен, безнадежен. Знаешь, тексты пора бы бросить. Стиль письма твоего неприятен, сложен. Под кого этим ритмом косишь? Да, и кстати, в тебе, кроме глаз и боли, ничего. Да и с ними дурно. Отдохни, утоли свой душевный голод, а стихи можешь смело в урну. Так летели в плечи слова чужие, уязвляя, уничтожая. Так у тех, кто ругал, надрывались жилы, откровенно и нагло жали. Так пространство и время сходились в точке, проверяя тебя на стойкость, чтоб ты стал ко всему относиться проще, к похвале и кричам их колким, чтоб твоя уязвимость легла в основу настоящей душевной силы, чтобы стало точеным и точным слово, чтобы страхи внутри отступили, чтоб мечта не успела погибнуть робко, воплотившись в жизнь с фейерверком, чтобы ты сам себя в черепной коробке перестал считать недомерком.